Так, друзья, сейчас мы обсудим актуальную тему, как менять антифриз в квадроцикле. Значит, для начала мы откручиваем пробку радиатора. Далее у нас есть рядом находится расширительный бачок. Это у всех моделей квадроциклов. И также мы видим патрубки. То есть для того, чтобы корректно сменить охлаждающую жидкость, антифриз, требуется открутить самый нижний патрубок, слить весь антифриз. Антифриз пойдет из клетчатки и, соответственно, из радиатора. После того, как вы слили самого нижнего шланга антифриз, вы откручиваете шланг на уровне верхнего цилиндра. Здесь соответственно, все остатки, которые находятся в двигателе, сольются через вот эту клетчатку. После того, как вы это сделаете, накидываете верхний шланг обратно, нижний накидываете обратно, заливаете в радиатор антифриз. В квадроцикле примерно 3 литра антифриза. Соответственно, заливаете в эту горловину, будет выходить воздух, и в конце, уже когда будет он заполняться, нужно будет доливать постоянно антифриз, то есть, чтобы это через горловину наружу все не лилось. И после того, как радиатор будет полный, заводите квадроцикл. И рукой, так как там система завоздушная, когда квадроцикл прогреется, будет прогреваться, заработает циркуляция. Соответственно, рукой прожимаете шланг до того момента, пока уже не почувствуете жидкость в этом шланге, то есть будет нажиматься шланг. Тогда у вас система будет развоздушена. Это очень важный момент, потому что бывает, что заливают антифриз и забывают это сделать. И получается, что создается воздушная пробка, которая мешает циркуляции антифриза, и, соответственно, двигатель охлаждается некорректно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.